Почему-то просят, чтобы я запилил комментарии под Orca the Slayer. Ну, давайте, в принципе, посмотрим этот трейлер. На самом деле, вот это мистический спаситель, это, конечно... Если его можно будет приручить, то есть, я имею в виду, заклеймить и управлять им, это будет очень круто. Ну вот, типа, мы умираем. Появляется чувак с гитарой и отрезает кошку нахрен чуваку. Просто нахрен. У него даже Orc Slayer, у него уникальный класс, он Orc Slayer. Может быть, он, скорее всего, им нельзя будет управлять, то есть он будет каким-то образом, там какое-то соотношение процентов, наверное, есть, он будет... появляться и спасать тебя в таких вот ситуациях, ну, вероятность, которая какая-то будет, 100 пудов, а может быть, его даже можно будет добавить в арми скрин и уже управлять им, то есть, типа, сейчас, рейнджер, типа, ну, сейчас, типа, я тебя спас, типа, ну, как бы, чё вообще? Сегодня наступит, но не сегодня. Чё за хрень? Не понимаю данной логики. Музон, конечно, пиздец. Очень клёвый. А может он появляется только в этой локации? Да не, вряд ли. Да ты шо, музон прям вообще. Но он шикарный. Но судя по всему, можно, в принципе, догадаться, что он из племени вармонгеров. Потому как у него перчатки, видите, они типа в шипах. Блять, вот этот урук вообще ничего не достал. То есть была анимация, будто он что-то достал, но ничего там не было. То есть у него сразу идет анимация добивания. То есть он перебафанный. А вот это, судя по всему... такая типа улыбка. Вот, короче... Майкл Дэвид Форджи умер в 2016-м. Но типа его персонаж будет, короче, типа жить вечно, типа, ничего не будет забыто. Типа Майк Форджи был исполнительным продюсером и хорошим другом в Monolith. Мы потеряли Майка во время производства Shadow of War, и мы хотим почтить, так сказать, его память маленькой неубиваемости в Мордоре. Warner Brothers Games будет донатить $3.50 с каждого... Ага, Forgok, Orc Slayer, Purshare, то есть это будет как отдельный DLC. То есть они будут донатить 3.50 с каждой покупки именно вот этого персонажа. Ну, в течение до декабря 31-го 2019-го. Даже внизу написано донаты произведены в одном из штатов. В любом штате из PCT, то есть excluding, но сюда не входят какие-то штаты AL, HE и LMA, MS, NCS.
Я даже не знаю, какие штаты на самом деле. Это сокращение, но это можно загуглить в интернете. Ну блин, на самом деле мне больше нравится то, что он типа, ну как бы рандомно появляется и рандомно, ну, спасает. Музыка такая вообще, можно попробовать найти. Даже попробовать. Ну такая, да, прикольная. То есть он просто ходит и и рубает орков, типа. Вот, из Вармонгера стопудов племени, у него такая гитара с шипами. Ну и с лезвием, естественно. Он такой крупный, большой. Вроде крупный, а такой ловкий, пиздец. Ну, типа, будто он, знаете, ассасин, вармонгер, все племена в нем, блядь. Ну да, там же сказано, что они его забафали. Ну, типа, вообще, по-черному. Что он будет бессмертным, грубо говоря. То есть, видать, это будет отдельная DLC. Ну, или он будет входить в какой-то пак. Какой-то, допустим, набор, да, там, типа, у орков. Или его можно будет купить прямо ингейм, то есть, и поселить у себя в армии, типа, как в гарнизоне. Я не знаю, это все нужно смотреть, когда игра выйдет, хотя бы там уже станет все понятно. А так, на самом деле, правильно они поступили, то есть, у нас в стране, ну, допустим, в Украине, в России идентичная ситуация, то есть, если, допустим, во время какого-то процесса, да, там, какой-то большого проекта, типа, кто-то умирает, ну, как бы, блядь, его обычно хоронят, там, родственники поплакают, и все, всем похуй. А вот это, вот реально нравится вот это отношение в этом случае американцев, то есть, им реально не похуй, то что у них там какой-то, ну, блядь, исполняющий продюсер умер, да, они его не просто похоронили, они, типа, ну, как друга, знаете, типа, как потерять друга, они будут, типа, поддерживать его семью, и это очень, ну, правильное решение, на самом деле. Так должно быть везде, но, к сожалению, мир, как бы, разный, да, культуры, блядь, люди, сука, к сожалению, разные, поэтому, эх, вот такая вот срань. В общем, грустно, на самом деле, что исполняющего продюсера не стало, но он, в принципе... Дал жизнь очень неплохому проекту. Мне очень нравится Shadow of War, на самом деле. И, ну, я считаю, что эта игра достойна быть игрой, ну, получить версию Game of the Year, как и первая. Так что будем надеяться, что она получит так же много наград, как и первая часть. Нужно будет попробовать найти музычку.